развитость. Я знаю. То есть люди там лифтом. Да там лифт развискался вообще. Кто-то? Тому по лифтам. Это самое. Ну, может, там 6 происходит до 18-го. Ну, давай рискнем на 19 хорошо доехать, если так хочешь. Только я, конечно, уверен, что будет там народ. Да ну. Не хочешь, я могу один по лестнице подняться, если мне еще понравится. Ну, давай сейчас пока не будем, если что, спустимся действительно вниз. Ну, ладно. Что, сейчас выйдем оба? Ну, давай тогда, раз уж хочешь на 19-й, давай до 19-го доедем. Или все-таки выйдем? Давай выйдем сейчас. Давай. Да, лучше будет. Джоль, иди сюда как раз. А? Вон. Смотри, зайди. Понял? Понял. Вот, я тебе про что сговорю. Слушай, ну вид хороший. Конечно же. Рискнем до 19-го подняться? А? До 19-го рискнем подняться или как? Поехали. Иди, вызывай паничку. Ага. Он отправляется. Что, хочешь отправить его вниз? Да. А. Конечно. Я отправил. Я комнату забытие нашел. На 19 будешь выходить? Угу. Понятно. Надо прийти сюда и концерт устроить. Чего? Надо сюда прийти и концерт устроить. Концерт поет. Если сюда значит стулья, устроить здесь холл такой. Так, что-то долго думает. Ну, он приехал. А. Или не послушался. Да нет. Что, надо сразу еще крышкой захлопнуть и убежать сюда. А что, хочешь, давай сделаем. Да ну. Зачем? Все-таки решил на 19 не подниматься? Угу. Как хочешь. Ну, я всегда там народ что-то был, меня смутило. О, кстати, стрелки не работают, смотри. Да, кстати. Слушай, а это что, толкострой, что ли, мы снимаем? Да. Устроимся с года моего рождения, я же тебе говорил. Все, все, я понял. А прикинь, надо было пианино захлопнуть. Блин, какой звук был бы. Вот жаль, надо было сделать, прикинь. Давай отдельную съемку заведешь. Да, но только вон. Ну да. Камера тут, видишь? Вот там эти. В будке концы видео, кстати, там монитор такой. Типа, да, я видел. Так что лучше, думаю, не рисковать. Да, не надо, а то потом пипец будет. А где, кстати, лифт, который едет в подвал? Я тебе сейчас покажу. Хорошо.